Привет. А это ты? А я тут был недалеко. Дай, думаю, зайду. О, а что, у тебя вообще ничего нет? Вырублен. Зарядку дать? Телефон Вани вырублен. Мам, а может, сделаешь супчик тыквенный с беконом? Я все время хочу жрать. Нашу Наташу попали сперматозоиды. А кто отец? Отец? Петя музыкант. Я хочу взять из приюта маленького песика. Метиса Лабая, говорят. Симпатичный. У нас не может быть собачки, у нас кошечка. И еще сегодня себе обошла палец. Мне обещала квартиру снять. Прикусила язык. Вань. Мам. Вань. Мам. Здравствуйте. Наташа попросила заменить ее сегодня, если вы не возражаете. Я Алла. Вы в первый раз. У вас рак. А я тут был недалеко. Маленького песика. С кошечкой. Я обещала квартиру снять. Да. Вам очень идет. У меня химиотерапия с понедельника. Мы вам сделаем скидку. Я вообще-то здесь тоже стою. Рот закрой. Приятно почувствовать себя человеком, который может всех удивить. Эпиляцию хочу сделать зоной бикини. Поможешь? Спину защемил, но клониться не могу. Мам, ты зачем это говоришь? А что я должна сказать? По-моему, Петь полный мудак. Полное отсутствие мозгов и перспектив. Ты так себя никогда не вела. Это же твоя дочка. У тебя что, ПМС? У тебя что, климакс? Мультиформная англиобластома. Что бы мы могли сделать, чтобы появился хоть какой-то шанс? Вы бы могли продать свои квартиры. Если вы спросите, хотела ли я умирать, ответ будет нет. Я хотела освободиться. Ну и гардеробчик нужно будет обновить. Весь? А как вы думали? Меняя образ, все меняется. Твою мать, он хочет жениться на маме обратно? Красивое кольцо. Ну, я бы, конечно, Тифа не предпочла.